Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 29. Решаем задачу. Для новогодней елки Юра сделал 5 игрушек, а Игорь на 3 игрушки больше. Сколько игрушек сделал Игорь? Составляем схему. Юра для новогодней елки сделал 5 игрушек. Игорь сделал на 3 игрушки больше. Это значит, что он сделал столько же, сколько Юра, но еще плюс 3. На 3 больше. Он сделал игрушек больше. Вот игрушки, сделанные Игорем. Их больше на 3. А вот игрушки, сделанные Юрой. Их 5. Мы должны узнать, сколько игрушек сделал Игорь. Составляем выражение. 5 прибавить 3. Записываем решение. 5 прибавить 3 равно 8. Ответ. 8 игрушек сделал Игорь. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.